Как же можно сделать холодильник из ничего? Вообще реально или нет? Вот сейчас мы с вами это и увидим. Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как можно сделать холодильник из ничего. Что это значит? Это реально вообще? Или это какой-то вымысел? Или это какой-то бред? И я вам, в принципе, расскажу один из вариантов. В принципе, этот вариант, он довольно-таки реальный, но такое случается не каждый день. Чего нужно приложить какие-то усилия, определенные умения. Что именно я хочу сказать? Смотрите, получается, очень часто люди отдают бесплатно некоторые вещи, в том числе это касается и холодильников. Почему они это делают, я вам сейчас расскажу. Как это часто случается? К примеру, у человека выходит со строя холодильник. Что он делает? Скорее всего, там покупает новый, либо ушный себе, а этот говорит, сейчас руки не доходят, сейчас пройдет время, я разберусь. И что он с ним делает? Он его либо же ставит на балкон, либо же ставит там на коридор. И говорит, я там сейчас немножко отдохну, отпуск начнется, и я его сделаю, этот холодильник. Может, сам, может, кого-то попрошу, или мастера, или еще. Вот. И, скорее всего, что этот вопрос затягивается на год, на два, на три, на пять, на десять, у кого, у всех по-разному. У нас были такие случаи, что люди сами рассказывали, что этот холодильник стоит там 5 лет, 6 лет, что руки не доходят, еще и тому подобное. И вот он таким образом стоит, 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 пылится, стоит, пылится, а время идет, часики тикают. Вот, и проходит какое-то время, этот холодильник устаревает и морально, и физически, и он становится пыльный, он становится грязный. Что этот человек с ним делает? Скорее всего, что человек говорит, что это же вещь, это еще Советского Союза, это еще там дедушка или бабушка делали, или еще кто-то. И скорее всего, он выставляет его на продажу по какой-то вообще неадекватной цене. И эта цена как бы вообще выбивается из рынка. И этот холодильник у него стоит на продаже там неделю, две, три. А потом он понимает, что он вообще никому не нужен. И тогда люди начинают его выставлять на доске объявлений, просто хотя бы, чтобы его забрали. Просто у некоторых людей нет возможности вынести его физически, поэтому им просто нужно хотя бы избавиться от него, чтобы он не занимал места. Потому что, в принципе, так холодильник занимает хороших полметра квадратных. Если это квартира, если это коридор, то место ограничено, и как бы человек борется за каждый там сантиметр своего пространства. Он выставляет этот холодильник бесплатно. В чем заключается наша задача? Наша задача заключается в том, что нам нужно найти это объявление и именно быть в нужное время в нужном месте. Что мы для этого делаем? Нам потребуется либо же компьютер, либо же телефон. Мы открываем какие-то доски объявлений, какие есть в вашем городе, и начинаем искать нужное нам предложение в рубрике там «Отдам даром» или «Холодильник» или еще что-то. Ну все, начинаем искать. Пока ничего не нашел. Ищем дальше. Так, в общем, спустя какое-то время все-таки я нашел то, что искал. Я нашел как бы два варианта. Один вариант отдавали люди просто
корпус от холодильника со сгоревшим компрессором. И второй вариант. Люди отдавали, получается, холодильник. Он был пустой, вообще без ничего, без дверей. Со слов человека, сгнили двери, сгнили все вот это внутрянка. И он сказал, за то, что вы вынесете холодильник на мусорник, я отдам вам как бы компрессор еще. Компрессор, он сказал, что рабочий, но на месте не проверяли, взяли как бы не глядя. Сейчас я вам покажу, что они себя представляют, вот эти два наших лота. Это у нас холодильник Indesit, он где-то 2 метра ростом. Получается, этот холодильник с нижней морозилкой, довольно-таки вместительный. Резинки более-менее в целом состоянии. Ну так, отсутствие каких-то вещей все-таки есть. Есть немножко какие-то заплесневевшие места. Вот такие вот сейчас я покажу. Резинка еще. Ну это говорит о том, что он, скорее всего, после разморозки его закрыли. И он стоял какое-то время. Из-за этого заплесневел. Но в целом, в принципе, так пойдет, как для скорлупы. Вот, вот такой компрессор мы тоже взяли бесплатно. Видно, что с ним что-то ребята уже делали. Стоит клапан шреддера. И вы не поверите, но так получилось по стечению обстоятельств, что и холодильник на 134-м фреоне, и компрессор. Я думаю, что это судьба. И что они нашли друг друга. Вот. Все-таки довольно-таки хорошо все сложилось. Сейчас давайте я предлагаю его проверим, посмотрим, вообще работает он или не работает. Может такое быть, что он даже не рабочий. Сейчас я его включу. Так как же нам проверить этот компрессор? Смотрите, получается, что вот в этом случае тут все обрезано, провода. Непонятно что тут, как тут, непонятно состояние этой релюхи. То есть у нас на такой случай есть дежурное такое реле пусковое, которым мы всегда можем проверить компрессора. Это фирма Danfoss. Иногда получается, что оно не всегда влазит сюда, не во все компрессора. Ну, в принципе, там можно вот эти уши поразгибать. В принципе, можно его везде ставить. Тут у нас вот есть. Мы себе нарисовали, куда подключать провода, чтобы не перепутать. Ставим вот релюхи. Подключаем. Ставим на место. Все, и запускаем. Когда будете проверять компрессор какой-то, смотрите, что может лететь с него масло. Так его где-то пускайте в сторону. У вас не заляпало, если что. Сейчас включим и проверим. Включаем. Компрессор рабочий. Это уже хорошо. Тут просто он как-то работает. Тут зажата обратка. Вот. Кто-то зажал, видать, чтобы масло не летело. Но в целом это уже хорошо, что компрессор работает. Это нам крупно повезло, что нас человек не обманул. В общем, я показал вам, как это все сделать, реализовать, как можно, в принципе, из ничего сделать холодильник. Ну, конечно, еще нужно купить инструментов, купить хладагентов и прочего. Вот, ну, в принципе, эта ситуация реальна. Это не происходит каждый день. Вот, это как бы происходит периодически, но это все-таки бывают такие случаи, когда люди от них избавляются, когда им этот холодильник просто где-то висит каким-то грузом, и они хотят побыстрее его спихнуть. Ну, еще нужно, конечно, приложить усилия, чтобы найти это все, но это бывает. Все, вот такое было видео сегодня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Все, всем пока, до новых встреч.